Друзья, всем привет! Сегодня я поделюсь с вами рецептом очень вкусной рыбы в духовке. Эту рыбу можно приготовить и на праздничный стол, и на самый обычный ужин или на обед. Она получается невероятно вкусная и простая в приготовлении. Нам понадобится кабачок или цукини. Его нужно нарезать на очень-очень тонкие кружочки. Кстати, а вы знали, что кабачок и цукини — это по сути одно и то же? Я узнала не так давно, буквально несколько лет назад. Нарезанный кабачок пока что перекладываем в тарелку и переходим к помидорам. Помидорки нам тоже нужно нарезать на тонкие кружочки. Чтобы блюдо получилось еще более красивым и ярким, вы можете использовать помидоры разных цветов, например, желтые и красные. Это будет очень празднично и красиво. Нарезанные помидоры также пока убираем в сторону и переходим к рыбе. Нам понадобится филе белой рыбы. У меня была тилапия, я знаю, что многие ее не едят, но мне она очень нравится. Вы можете взять филе трески или пангасиуса. Все на ваше усмотрение. Филе рыбы нужно нарезать на небольшие кусочки. И теперь нам понадобится сыр моцарелла. Моцареллу нужно нарезать на небольшие ломтики, примерно такие, как у меня на видео. И, пожалуйста, не заменяйте моцареллу никаким другим сыром, тем более твердым. Теперь берем форму для запекания и смазываем ее небольшим количеством оливкового или любого другого растительного масла. Первым слоем на дно формы выкладываем овощи. Выкладываем рядами ряд кабачков, ряд помидорок и ряд моцареллы. Ряды повторяем. Делаем, как у меня на видео. Слой овощей и сыра немного посыпаем солью и при желании черным молотым перцем. На овощи выкладываем рыбу. То есть первым слоем мы должны выложить половину овощей и половину сыра. Затем на овощи и сыр мы выкладываем всю нашу рыбу, солим и перчим, и сверху раскладываем остатки овощей и моцареллы. Верхний слой овощей и сыра нужно немного сбрызнуть оливковым маслом. Если у вас нет такого приспособления, то смажьте его с помощью силиконовой кисточки. Ставим форму в разогретую духовку и готовим при 200 градусах примерно 25-30 минут. Посмотрите, как красиво! Нежная белая рыбка, помидоры, кабачки и сыр моцарелла – это невероятное сочетание. Попробуйте обязательно приготовить этот рецепт. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.